Да, привет. Привет. Маленько не видно. У нас экстрим. У нас застряли машины, и мы остались здесь, как там? Одни. Одни. Без машины. Без машины. Страх, я еще из этой боялась. Страшно вообще. Да что это? Да мне страшно. Вообще, я спать тут не буду. А мы сейчас разложим палатку. Нет. Оденем пуховики. Нет. И будем спать. Нет. Нет. Не надо спать. Там дядя мой, дядя Андрюша застрял в грязи какой-то. И дедушка поехал спасать его. И они так не приехали. Вот без машины, без всего сидим вообще. Сидим только около костра. Ну что? Вот тут у нас костер. Мы сказали, что там на той стороне там... А где у нас белый? Там заповедник. Вот. Спит он. На той стороне у нас, да, там заповедник. У нас там... Ах, он охранник. Это все, что ли? Белый. Ты охранник? Белый. Глаза у него красные, смотри, как у волка. Белый, ты спал. Ах, вот это охрана, мы на него надеемся. Если он спит, значит все нормально. Никаких зверей рядом, никакой опасности рядом нет. Но все равно для меня опасность, это вообще все уехали. Страшно. Да. Вообще, экстрим, это самый страшный влог, который у меня первый самый страшный влог. А у людей, знаешь, какие тоже бывают страшные блоги? Ролики. Видишь, если хаски, если она спит, значит, без опасности мы. Что все равно страшно. Что ты боишься? Да боюсь, сейчас кто-то придет, тем более темноты я вообще не боюсь. Да никто здесь не придет. Из-за темноты боюсь. А что я бояться-то? Нормальная темнота. Даже птиц нету. Даже нет сов. Вон палка вот от той дерева. Одной совы даже нет нигде. Палка у нас от той дерева. Дубовый костер здесь. Такие бревнища, что. Вот такие вот. Вон, какие толстые бревна. Нам до сов? Трава будет. Да. Ну что, больше ничего не скажешь? Я не знаю, что мне сказать, мне страшно. Так давай выключим тогда. Да нет, с вами ты вон это. Ничего. А? С ними ничего. Вон. Это глазище. Все, что ли? Приеду и буду вспоминать, смотрите, этот волк вспоминать, как это страшно. Да, на той стороне, там Владимирская область, на той стороне Клязьмы, мы на реке Клязьма, на берегу, там Владимирская область, там, там заповедник. И там разводят лосей, волков. Но они сюда же не могут перебраться. Это от этого, вот как ее, от дождя капли падают. Да не так. Ну все, что ли, пока? Всем пока. Ничего страшного. Хаска вон спит. Он сам боится вон всего. Белый. Белый. Звезда Ютуба. Белый. Вон, как у него глаза-то огненные. Белый? Не, не огненный, не голубый. Огненные. Смотри, какие огненные. Смотри-ка. Динозавр. Да, динозавр. Белый. Он вообще-то спит. И мы его потревожили. Очень потревожили его. Ой, да, я не могу. Это самый страшный. Ну, если хаска такой спокойный.